Элса. Так, здесь где-то должен быть спуск. Вопрос только где. Я просто не очень понимаю. Вот я пришел сюда. Подождите, а где вообще спуск тогда? Он, получается, в другом месте, что ли, находится? Похоже на то. Бамболео. Бамболео. Словно птица в небесах. Вы знали, что бамболео это переводится на русский язык, как я свободен? Так что вот, знаете. Знаете теперь. Так. Я обходил с той стороны. Не, ну тут, по идее, должен быть какой-то проход. Я что-то припоминаю, что здесь он должен был быть. Но как-то его не видно. Обычно вот в таких вот местах есть лестница, но ее здесь нет. Так. Так, ладно. Я что-то не понимаю. Я что-то запутался здесь. Так, ну я пришел отсюда. А вот ходил ли я сюда? Я не думаю, что падать к лягушкам это хорошая идея. Вон еще одного человека вижу, который играет. Бежит мне навстречу. Так, с этой стороны есть какой-то проход, насколько я помню. Это я сюда не ходил. По-моему, здесь крыса огромная, да? Да. Здесь огромный крысюк. Да, крысюк очень большой. Слушайте, а его вполне реально тут так завалить. Крыса больше на бобра, кстати, здесь почему-то похоже. Тихо, спокойно. Хова! Не застревай, пожалуйста, в стенах. Я не понимаю, что-то задеваю, не задеваю. Задеваю. Так, мне кажется, лучше вот так. Блин. Не получается. Не тот вариант. Она ж меня убьет сейчас. Эй, я... Ой, пона мать, господи. Может, травануть меня нехило. Тихо, спокойно, спокойно, вставай. Вставай, друг. Ой, японский хрен. У нее что-то в глазу. Спокойно, спокойно, идем назад, 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 назад. Спокойно. Опа-па-па-па-па-па. Нормально. Красонатка, иди сюда. Блин, камера повернулась неудобно. Иди сюда. Черт, как бы завалить так, чтобы с безопасного расстояния.
Там где-то сверху, по идее, в нее можно было стрелять, но я не знаю, где забираться. Да что ты? Ой, не рассчитал расстояние. Тихо, тихо, назад, 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 назад. Да топор у нее там и не ячмень. Тихо, тихо, спокойно. Спокойно. Завалим. Человечности, к сожалению, тратить не очень приятно. Тихо, вставай, 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 друг. Вставай, 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 говорю. Все, мне каюк. Ой, блин, пипец, это просто, я не знаю, теперь через все это снова бежать, это ужас. О, и мы потеряли 6000 душ. Блин, я не знаю, блин. Так далеко. Это ж просто пипец. Так, мне в другую сторону. Что называется, боль болезненная. Так, спрыгивай. Иди сюда. Третья смерть за сегодняшнюю игру, кстати. Умри. Черт! Ой, ладно, так. Я теперь буду мстить всему вашему роду. Вот так вот. Где-то сверху, я помню, можно было эту крысу побить. Но вопрос, где только? Что это было сейчас внизу? Странно. Ну ладно. Так, в любом случае, со всеми прям сражаться нам не надо будет по дороге, потому что я хотя бы... Там есть срезы, поэтому мы по ним двинемся. Город нежити, Андетбург. Так, что здесь? Береги свирепый враг. Где? Кратчайший путь впереди. Ну, про кратчайший путь я в курсе. А где свирепого врага вы нашли? Лжец впереди. Что? Здесь нет случаев никаких потайных стен, нет? Вроде бы нет. Так, снова идем сюда. Такое ощущение, что онлайн прям возрождается. Слева? Чё слева? Нет здесь ничего слева. Кто-то вводит в заблуждение. Чё-то у меня руки коротковаты. Не достаю до них. Умри. Нормально. Спокойно. Вот я об этом говорил. Кто-нибудь за мной хочет идти? Я, пожалуй, вот так сделаю. И они за мной не пойдут. Но все-таки, где же ключ-то? Ну как так, чтоб я до бонфайра не мог добраться? Блин, он же падал левее от меня. Ну чё, ну чё как неправильно, а? Да ладно. Нормально. А, Ярослав, ты шутишь, что ли? Опять не туда иду, да что ж такое-то?
Что-то я сегодня очень рассеянный. Ты пропустил несколько смертей в глубинах. И сейчас меня только что убил самый глупый слизень. Это реально была глупая смерть. Но она четвертая уже за эту игру сегодня. До этого последние две смерти были в связи с демоном Капра. Опа. Готов. Так, народ, подождите секундочку. Ярослав, напиши, я что-то не пойму, ты прикалываешься, что ли? Или правда там? Кого он мне выделяет? Так, ладно. Ладно, хорошо. Точнее, ничего хорошего. Где был ключ? Кто бы мне сказал, где ключ? Уткнись. Так прикольно, можно видеть это сквозь стены. Все-таки где же был тот ключ? Слева, слева. Я пока не могу увидеть знак призыва, потому что я нахожусь в полой форме. Народ, кто помнит, где ключ от того бонфайра? Блин. Не, ну я что-то сегодня конкретно ошибки делаю, прям какие-то очевидные. Поэтому немножко затормозимся и немного не будем больше так. Ну, кто из вас первый на меня пойдет? Готов. Сюда. А хотя пофигу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сам же закрыл, сам себе бы же хуже сделал. Не надо, не надо, я не хочу с этой компанией связываться. Они не умеют, похоже, двери открывать. Так вот, народ, где ключ? Кто мне подскажет, где искать ключ? Умри, картошка. Нет. Ой. Похоже, придется вот так действовать. Ладно, по крайней мере... Нормально, спокойно. Так. Дурацкие слизни. Когда его бьешь, у меня такое ощущение, что он становится более жидким. Странно, да, такое говорить? Назад, назад! Тихо. Если поможете мне добить капра демона, то я смогу отмычкой дверь открыть. Ага. Так. Ну... В принципе, если сбегать помочь... Так.
Мне нужно вернуться к ближайшему костру тогда. Так, секундочку. Я сейчас тогда косточкой воспользуюсь и сбегаю до Капры. Заодно восстановлю свою человечность. Поэтому сейчас я, да, избегаю. Помогу тебе с Капродемоном. Обратить опустошение. Главное не умереть по дороге. Вот, это самое главное. Потому что там вполне возможно. Так, а я новый уровень не получу, наверное, нет? Нет, пока не получится. Ну ладно. Я снова человек. Где оставишь знак? Сразу говори. Так, Капра, Капра, Капра. Нормально. Ой, блин, какая сейчас будет глупая смерть, если я сейчас здесь помру. Что сделаешь? Хопа. Готово. Слушайте, я не помню короткого пути. Нормально. Так, Даэдра там, значит, все еще воюет с Капродемоном. Ну, понятно. Так, ладно. А, подняться надо. Здесь, в принципе, недолго путешествовать. Ну, наконец-то игра начала работать в онлайне. А то непонятно. Такое ощущение было, что они ее... Не знаю, что с ней они с ней делали. Готовы. Оба. И ты успокойся. Сейчас я дойду до того костра. Свет впереди, да ладно? Неужто сам свет? Тихо, спокойно. Да что ты... Ничего, все равно сейчас до костра доберусь. Спокойно. Мужчина, успокойтесь. Не, я точно от Артура понахватался всяких выражений. Так. Вот мой костерок. Ну вот, а я к тебе иду, понимаешь ли. А, короче, подожди меня тогда там, что ли. Подожди меня у Капродемона. Демоны. У Капры подожди меня. Ой, сам идет, смотрите-ка. Вы чё все на меня лезете? Уи, бежим, 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 бежим. Сейчас их двое будет только, это хорошо. Блин, я не с той стороны, конечно, иду. Здесь будет тяжелее пройти из-за наемников, но... Ладно. Кто там идет за мной? Не иди за мной. Ну, в этой игре очень специфический онлайн. Готово следующее. Так, нормально. Сейчас нам придется снова с наемниками сразиться. Эй, ты! Я твой дом труба шатал. Блин! Сейчас вот главное, чтобы меня еще не убили здесь.
Спокойно. Спокойно, тихо, 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 тихо. Так, придется одну фляжку потратить. Ну и там где-то внизу. Что? Что? Что такое? Ты нашел, куда не избежать обход. Чего обход? Какой нафиг обход? Кто здесь умер? А, это трава. Это все веселая трава. Берегись засада, я знаю. Здесь засада. Опа! Who want to live forever? Иди сюда. Но! Ладно, по крайней мере, я сделал удар в ответ. Готов. Нож бандита. Хрень, конечно, но... Ой, они еще отсюда бегут, оказывается. Что написано? Свирепый враг впереди. Смотря с какой стороны сюда человек поднимался. Готов. И второй парень. А может, это девушки, кстати, уж больно худые. Возможно, это, кстати, девушки. Так, ты говоришь, ты знак оставил у входа в глубины, что ли? Ну, я знака никакого не вижу. Так, я не наблюдаю твоего знака, к сожалению. Так, и где? Может, появится? Привет, Оля. Так. Доэдра, отпиши... А, внутри помещения, ёлки-палки. Кажется, я тебя вижу. Я призываю некоего анноуна. Я надеюсь, что это ты. Во, Даэдра, все. Так, ну что, погнали теперь. Так, ну что, Серега, веди. Я все еще тебя вижу, кстати. Тебя все еще знак остался. Тебя все еще можно призвать, что интересно. Тихо! На кого ты наводишься, господи? На кого он навелся, я не понял. Пошли дальше. Я предполагаю, что писать ты сейчас уже не сможешь. Сюда иди. Вот это я молодец, вот это я дурак. Да, кстати, фляжкой с Эстусом мы ж восстанавливаем друг друга как раз. Да блин! Черт, мне кузнец нужен. Блин, мне нужен кузнец. У меня оружие скоро сломается. Вот это подстава. А я, как назло, не взял с собой порошок. Вообще, я предлагаю сюда идти. С этой стороны.
Так. Черт, а? У меня у Чигатана под... Да, она скоро сломается. Блин, плохо. Пока возьму саблю, конечно, но это не вариант. Так, у меня точно нет того порошка. Может, он из кого-нибудь выпадал? К сожалению, нифига. Ой, так. Придется пока временно с саблей побегать. Вот, к сожалению. Ты где ты там? Давай уже прыгай ко мне сюда. Хватит там всех убивать. Мне нужен путь до бонфайра. Ты что там вытворяешь? Вот. Так, понятно. Надо восстановить здоровье. Так, ладно, попробуем добраться хотя бы до бонфайра. Блин, как вот плохо сейчас то, что кузнеца нет. Тихо, тихо. Давай, отворяй. Отлично. Наконец-то мы добрались до этого бонфайра. Только вот одна есть проблема. То, что я сейчас сяду у бонфайра, к сожалению, мое оружие не... Блин. А тут вот какая проблема, кстати, да, Эдра? А дело в том, что поскольку ты сейчас находишься в моем мире, я не могу использовать этот бонфайр. Поэтому я предлагаю просто тупо идти вперед к боссу. Главное, что дверь открыта теперь. Если что, тут можно будет сохраниться. В смысле? Как не ты дверь открыл? Подожди, я не понял. Что? Как не ты открыл дверь? А кто? Я, что ли, ее мог открыть? Чё-то я не понял. Теперь он валит слизней. Ай-яй-яй-яй-яй. Пепел из костей.